сказать. А то я тоже поздравил бы всех своих родных. Ничего, я тебе помогу. Кого ты хочешь поздравить? Так, значит, нужно написать дяде стеклянному пузырю, братьям воздушным пузырям, моим троюродным прозрачным тетушкам и еще четвероюродному дедушке пузырю болотному. Ничего себе, какая у вас большая семья. На самом деле нас очень-очень-очень много. Ведь все пузыри друг другу родственники, даже если совсем не похожи друг на друга. Хочешь, познакомлю тебя с самыми необычными?